В Новодвинске впервые в истории прошел Кубок Архангельской области по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменок из Архангельска, Мирного, Новодвинска и Северодвинска. Наши гимнастки на прошедшем областном кубке завоевали 9 золотых наград из 12 возможных. Помимо медалей высшей пробы на счету воспитанниц «Фокс-звездочка» 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Победителями соревнования стали Алина Чистякова, Валерия Мазур, Вероника Широкая, Наталья Федотова, Аделина Лазовская, Виктория Чепура, Дарья Осипова, Валерия Пургина и Ева Красавина. Следующие старты для наших гимнасток пройдут в Суздале в конце апреля.